Избирательная комиссия Челябинской области завершила процедуру проверки документов, представленных избирательными объединениями для регистрации своих региональных списков кандидатов в депутаты Законодательного собрания Челябинской области 7-го созыва по единому избирательному округу. В результате были приняты решения о регистрации списков кандидатов от региональных отделений Коммунистической партии Российской Федерации, политических партий «Зеленая альтернатива», «Справедливая Россия», «Единая Россия», Либерально-демократической партии России, политической партии «За правду», Всероссийской политической партии «Родина», Российской партии пенсионеров «За социальную справедливость», партии «Роста». Вместе с тем трем политическим партиям отказано в регистрации своих списков на выборах в Законодательное собрание Челябинской области. Статус зарегистрированных избирательных объединений есть у 9 политических партий. Трем политическим партиям было отказано в регистрации. Первый отказник – Коммунистическая партия «Коммунисты России» в связи с непредоставлением документов на регистрацию. Партия «Возрождение России» и партия «Яблоко» по причине превышения максимального порога отбракованных подписей, которые помешали именно этим двум партиям получить статус зарегистрированных избирательных объединений. В данный момент идет процедура изготовления решений и уведомления всех участников этого заседания, текущего, сегодняшнего. У нас есть сутки на изготовление и на оповещение этих избирательных объединений. Напомним, выборы в Законодательное собрание Челябинской области состоятся 13 сентября 2020 года.